Открытию 8-го фестиваля «Город-сад» в столице Черноземья будет предшествовать международно-научно-практическая конференция на тему «Зеленая инфраструктура, современное состояние и перспективы», которая станет уникальной площадкой для 30 признанных экспертов и более 200 слушателей из 9 стран. В прошлом году мы в преддверии нашего фестиваля провели эту конференцию, учитывая, что тема зеленой инфраструктуры, озеленения, качества городской среды достаточно актуальна в последнее время, и это обсуждаемая тема. Мы решили ее поднять на такой хороший профессиональный уровень, пригласили иностранных спикеров, которые поделились бы своим видением развития этой темы, учитывая все-таки сложившуюся практику. Опять же, учитывая, что отзывы были очень хорошие на фестивале, даже наши местные и научные сообщества, и общественные организации, профессиональные компании достаточно положительно отзывались о результатах, мы решили эту традицию также продолжить в этом году. Эта конференция пройдет уже во второй раз. Проходить она будет в гостинице «Мариот Отель», и проходить она будет 29 и 30 числа. Список спикеров мы расширили, к нам приедет с приветственным словом, с приветственным адресом председатель арбористов Великобритании Кит Сайкер, который был в прошлом году, и приезжал он, ну, честно говоря, с небольшими опасениями, но уехал очень довольный. Вот. И, соответственно, порекомендовал всем своим коллегам также принимать активную участие в этих мероприятиях. К нам приедет уже наш друг Яго Кин, который активно принимает участие уже и в жизни нашего города, готовит проекты по озеленению тех или иных территорий и будет автором нескольких садов, которые будут выставлены на нашем фестивале. К нам приедет Маурицио Лапони, официальный представитель Италии в Ассоциации арбористов. К нам приедет Роберто Ди Лаити, это директор по озеленению мэрии Болоньи, и он же сейчас возглавляет Национальную ассоциацию Италии технических директоров государственных парков. Это тоже будет для нас полезно, потому что общение вот с такими специалистами должно привнести еще что-то полезное в плане опыта и практики для наших и госслужащих, и негосслужащих. Также мы пригласили на наш фестиваль и на нашу конференцию президент Ассоциации арбористов в Турции. Он впервые приезжает в Россию и в том числе в наш город. И с собой также пригласит ряд достаточно известных ландшафтных архитекторов, которые представят свой опыт работы в Стамбуле. Я думаю, наверное, будет полезен в каких-то элементах и с профессиональной точки зрения для наших воронежских ландшафтников. К нам приедет Кэтлин Вульф. Это человек, который очень много уделяет время социологическим исследованиям, колледжа при Вашингтонском университете США. К нам приедет представитель из Канады, который также поделится опытом. И, что самое интересное, к нам приедет Монтеривьера. Это женщина, которая занимает очень активную позицию в Барселоне. Она является директором проекта «Побережье Барселоны» и координатором проекта «Зеленой стратегии Барселоны». Поэтому я считаю, что опыт работы вот в этом направлении наших европейских коллег будет для нас очень полезным с профессиональной точки зрения. Мы могли бы обсудить на этой площадке наши идеи, наше видение и, соответственно, получить какие-то рекомендации, оценку, в том числе со стороны вот специалистов такого высокого уровня. И также будет еще ряд очень интересных людей, в том числе из Японии, которые поделятся своим видением развития зеленой инфраструктуры, опытом, ошибками, какими-то наработками. Вот, поэтому я считаю, что это будет для нас полезно.